В Твери реализуется уже ставший доброй традицией проект «Дворовый тренер». Новый летний сезон стартовал во дворе дома по улице Московской, где собрались дети из близлежащих домов. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Основное действие развернулось на детской площадке. Здесь организаторы подготовили спортивные маты и инвентарь для участников. Нынешняя тренировка – первая в сезоне проекта «Дворовый тренер». Каждый год кураторы спортивного проекта стараются сформировать расписание занятий, чтобы дети знали, когда и где будут проходить тренировки и имели возможность приобщиться к ним. Больше 10 лет у нас существует, и не только проводится в Твери, но еще в Тверской области. Задача этого проекта очень проста, на самом деле, завлечь детей занятием спортом, потому что у нас приходят очень профессиональные тренера, тренерский состав и очень много видов спорта, которые дети могут попробовать и потом пойти заниматься профессиональным данным видом спорта, который им понравится. Так, в прошлом году в разное время проводились тренировки по волейболу, баскетболу, борьбе и, конечно же, футболу. Большой популярностью пользовались занятия воркаутом. Этим летом планируется запустить занятия по борьбе, дзюдо и боксу. Активными участниками проекта много лет являются тверские спортивные школы. Тренерский состав подготовил для детишек комплекс упражнений, направленный на общее физическое развитие. Как говорится, для начинающих. Все у нас будет разминка. Она включает, значит, в себя упражнения прыжковые, отжимания. Если дети развиваются, занимаются спортом, значит, они куда-то смотрят немножко дальше, смотрят вперед. Напомним, что уже на протяжении 2 лет проект «Дворовый тренер» реализуется и зимой. Занятия проходят на тверских катках, детей учат кататься на коньках, показывают азы хоккея. На первой тренировке этого сезона, помимо традиционных занятий спортом, неподалеку развернулась творческая площадка. На асфальте совместно с художником желающие рисовали мелками. Я рисую цветочек, домик и облака я буду рисовать. Только я сначала еще цветочек нарисовала. Я буду рисовать хомячка, потому что я люблю хомячков, и тут небо. Я люблю еще рисовать свою семью. Стоит отметить, что этот проект дает возможность не только организовать летний досуг детей, но и способствует поддержанию хорошего физического здоровья. Благодаря таким проектам, как «Дворовый тренер», спорт делается доступнее для всех. Площадка появляется буквально под окнами дома.